Ульяновские спортсмены привезли серебро с соревнований в Пензе. Турнир по борьбе «Панкратион» проходил во дворце спорта «Вояков». Увы, но из-за эпидемии гриппа в разных регионах Поволжья приехать смогли не все желающие. Хотя, несмотря на малую численность участников, баталии на ковре получились захватывающими. Тем более, что это первый турнир по «Панкратиону» в Пензе. Мы впервые проводим на пензенской земле соревнования по «Панкратиону» и решили привлечь массовость, привлечь внимание к этому виду спорта. На данных соревнованиях присутствуют спортсмены, которые уже неоднократно были и победителями ПФО, и призерами России. Поэтому класс и уровень соревнований очень достойный и сильный. Кубок главы города Пензы – это шанс для местной федерации панкратиона сформировать сборную региона, пока организация находится на стадии становления. Среди тех спортсменов, которые проявят себя, которые будут, ну, есть такие, знаете, самородки, которые сразу видно, он пойдет на очень высокий уровень, вплоть до профессиональных боев. Поэтому, да, мы такую цель ставим, отбор делать на федеральные, на российские, на европейские, на мировые чемпионаты. Иногородних спортсменов было немного, но они дали бой местным. Представители клуба «Пересвет» при Жатовском монастыре сразу, что говорится, взяли быка за рога. Первым попал в финал Алексей Шибанов. Своего соперника, 13-летний уроженец Барышского района, разобрал по этажам. Итог поединка – победа со счетом 9-1 и у Алексея Золота. Двое других пересветовцев – Алексей Шестопалов и Георгий Герасимов – немного недоработали в финальных схватках. Результат – одна золотая и две серебряные награды – вполне устроили тренеров. Мы сразу согласились на участие в этих соревнованиях. Для нас как бы это, ну, хороший опыт и как подготовительное перед первенством Приволжского федерального округа. В совокупности я считаю, что в целом выступили нормально, я рад. На награждении же выяснилось, что трое пересветовцев заняли второе общекомандное место на этом турнире, а Алексей Шестопалов получил кубок за волю к победе. Возможно, что уже в ближайшие выходные соперники встретятся еще раз. Чемпионаты первенства Приволжского округа по панкратиону стартуют уже 22 февраля в Казани.